Так, все, я здесь, ребята. Короче, ждем начала. О чем НЖК нету сегодня? Так. Так, короче, создаем игру. Frozen. Так. Так, Кас тут что-то стримить собрался, что ли? Так, короче, всех инвайчу я. Так, всем поехали. Ребят, в общем-то, поехали. Все готовы? Отлично, в общем-то. Начинаем. Медоед вроде не стримит. Пришли Пиззаро поддержать своего игрока. Блин, короче, Медоед не стримил. Отдуплился только сейчас. Ну, в следующей игре, в общем-то, зайдет. Так, да, я понял, что Мэджика не будет. Уже мне сообщил Изард. Все теперь ясно стало. Вот, ну, я буду хост создавать. Ничего страшного. Что-то Медоед втыкал, я его два раза подряд звал, вот. А по итогу его здесь и не оказалось. Так, нет, я не из СПБ. Я понял, доктор Кадзе, всем привет. Так, Sounds Bird. Я понял, про что говорить. Так, блядь. Где подписка настроить на какие стримы? Мне нужно удавление, а почту на какие нет.
Ну, во-первых, на почте, если тебе приходят уведомления, там прям с почты можно отказаться. Во-вторых, это... Так, сейчас тебе скажу, где. Короче, это вот, под стримом сразу, где вот написание канала в самом верху. По канале, где начинается, там вот где картиночка сверху, там есть подписаться, отписаться, как бы я так понимаю, вот это может, конечно, кто-то еще тебе объяснить, что-то там в чатике. Я просто сам как бы особо этим не занимаюсь, подписыванием, отписыванием. Вот. Подписан только на себя, там и еще на пару каналов, как бы на себя, чтобы видно, как уведомления приходят, на остальные там так тоже было. Почему-то я подписан. Хотя особо не смотрел. Ну что, ребята, Starline Лига, Strange против Enigma, следующая игра Pizarro против Ревы. Надеюсь, они там почеркают карты. Сейчас я, кстати, спрошу. Так, ничего жесткого с медоедом не произошло. Надо просто кайнвайтит, ну, заходить. Потому что два раза, три раза подряд не будут все ждать одного, как бы, человека. Ну что, тут Стрэндж пытается адептиками Энигму размодить. Нексус пошел. Здесь у нас вовсю бустится варп. Непонятно мне ситуация немножечко с... Так, адепты заходят. Нет, даже не стал заходить. Стрэндж. Понятно мне ситуация с Нексусом. Что-то Энигма тянул уже. Посмотрите, уже давным-давно его можно было строить, а он что-то не строит. Плюс 2 сентри у Энигмы. Адептики тут рядом на третьей базе есть. Пытается Энигма тут развести их. Не стал Стрэндж заходить. Постоянно пилоны сверху ставят. Ну, видно, что нервничает Энигма. Здесь уже излишняя оборона он занимается. Вот это вообще неправильное решение. Ну, как бы это, может, ни к чему и не приведет. Но роба на второй ставить, но это вообще провал. Вот сюда поставь робу. Пусть, да пофиг, что он тут ему пройти немножечко имморталу надо будет. Там, я не знаю... Так, заходит два адепта. Но я чуть не обращал пока FP. Я играю вопросы, ну, не смотрю просто на СК2 ТВ. Я вижу, что, ну, людей немного пишет, как бы, поэтому могу ответить чуть позже. Так, адептики на мейн приходят. Начинает тут Стрэнджа бомбить. Стрэндж не начинает бомбить Энигму. Три пробки убил, но три это не так уж много. Ну, у Стрэнджа 39 на 33 сейчас. Третий Никс он уже ставит, здесь все стабильно дома. А скорость таки адептам и мортлу. Ну, вот я тоже думаю, что надо такую тему начинать применять. Так, пилончики все добавлены. Все отлично, ребята.
Призма у Энигмы тоже скорость таки адептом он делает. Тоже делает гейты, но я боюсь, что здесь что-то у него не особо ничего не получается в плане грамотного тайминга. Почему? То есть у Стрэнджа и третий Нексус, и все то же самое абсолютно. То есть он также 5 гейтов сейчас добавляет, он строит иммортлов, и у него, кстати говоря, уже 2 иммортла. То есть это катастрофа вообще для Энигмы. Но Энигма делает архивы темпларов, то есть хочет архонов добавить. Ну а Гаста добывать, здесь Гаста не добывает даже, смотрите. Так, еще Вилон пошел. Попытка развести немножечко Стрэнджа от Энигмы идет, он не собирается в пушить, насколько я вижу, он третий Никсу ставит. Ну, по лимиту уже 20 отставания присутствует. Но единственное, что у Энигмы, вот, у него плюс один готов, у Стрэнджа фаржи даже еще пока нет. Но Стрэндж сам выход пошел, что самое интересное, на призму на свою. Так, два адепта на мейн заходит. Ну, кстати, здесь такая застройка у Стрэнджа, что и не подрезать-то особо ничего, насколько я вижу. Но адепт на вторую приходит. Тут рядом Мазеркор летает, конечно, много убить не получится. По 30 демеджа, по адепту, ну, он разваливает мясо сейчас. Здесь выход с имами идет очень жесткий. Так, здесь Энигма прям к Стрэнджу врывается, к иммортлам, адептами, но что он может сделать? Стрэнджа намного больше, Стрэндж просто в мясо здесь все разваливает. Вот, собственно говоря, и все, что здесь происходит, ребят, это 1-0. ГГ пишет Энигма, ну, Стрэндж, очевидно, посильнее немножечко Энигма будет, да, как бы, ну, как немножечко, может, даже не немножечко. Ну, посмотрим. Гетисберг, вторая карта, давайте с модом создаю. Изменили как-то вот этот интерфейс создания вот всего-всего. Так, надо Стрэнджа звать. Медоеда сразу. В первую очередь позову, чтобы он там увидел, что происходит. Так, Крендель здесь. Архи где? Архи не вижу. Где же Касс? А, Касс здесь. Так, погодите. Так, тебя за скилл пока не буду добавлять, потому что места немного. Опять медоед что-то тупит. А вот и архи. Крендель стримит, задонатить ему рубль.
Так, ну что, все вроде здесь, и медоеда даже мы дождались. Отлично, погнали. Стримить, но в игре-то он присутствует, тем не менее, я не знаю, может быть, потом будет когда-то он стримить. А, на ладер пошел, ну понял. Ну, пусть идет, как захочет, так постримит. В принципе, Кас сам тренится, я не знаю, зачем ему стримить сейчас особо нужно. Так, смотрите-ка, что здесь творится. Опа, опа, опа. А вот это уже интересный раскладос. Пробочка идет вперед. Крендель тут делает два пайлончика. И пока Стрэндж придет, пока увидит, они как раз-таки успеют достроиться, что самое интересное. И остается все буквально там парочку секунд. Это фотонки пошли. Видят Стрэндж, что здесь происходит. Фотоночка снизу заказана, пилон сразу на ХГ ставится. Запилить не представляется все это дело возможным. Но посмотрим, как Стрэндж отреагирует на вот этот пуш, потому что... Мне интересно всегда, я по определенному он бивает, другие по-другому могут. Две фотонки на ХГ, Стрэндж вообще пока, знаете, в чем опасность на этой карте застройки? Хрен рабочих отсюда уведешь, даже если переселяться. Вот, приходит делок. Ой-ой-ой, фотонка нижняя, как это, 7 ренджа до сюда нету? Ну это просто кажется, что близко, да? На самом деле, как бы, с слоу-граунда она и не достает здесь нифига, вот в чем прикол. Но все равно абсолютно точно достроится вторая, как бы Энигма отменяет вот эту и все. Так, Мазеркор готов. Ну вот пока здесь гейты, пока здесь газ будет, Стрэндж просто Мазеркором сюда может прилететь. Вот, и будет опасно. Здесь можно и пилон пилить, здесь Стрэндж, да, Нексус, оп, на золоте стоит. Ну правильное решение на золоте, но... Как переселяться-то? Пробок-то все меньше и меньше остается. По Мазеркору настебали тут фотонки, серьезно, очень. А, кибернетка стоит таким образом, что варп спокойно доделается. Так, Стрэнджу заранее переселение нужно подумать сейчас. Вот он, ему нужно, да, уводить пробку прям сразу сейчас. В принципе, тут пару всего погибнет, я думаю. Да, погибло парочку круг. Ну, 13, тем не менее, ушло. Здесь делок пришел. Я не понимаю, что Стрэндж Мазеркором так медленно тормозил и так медленно летел. Вот. Так, кстати, да, опять я что-то забываю. Так, какое? 4, выражение 2, 3. Вот, спонсоры Реги ставлю с Lenovo. Это у меня партнер. Ну и пока Стрэндж летел, здесь уже, смотрите, 25-13 парабам. Да, у Стрэнджа гигантское преимущество в варпе здесь будет. Вот, смотрите, надо вот ставить еще одну фотонку, что этот пилон выбивать. Все, добыча на золоте начинается, а на золоте ведь не слабая добыча может начаться. Так, Стрэндж 2 сталкера успел построить. А, это он с мейна успел даже построить. Фига себе. Энигма долго соображал. Очень долго соображал, вот когда все привыкнут к переселению. Как я вам всем рекомендую играть. Тогда фотонщики, тогда они будут как можно быстрее здесь все убивать. Смотрите, все, варп готов. Что дальше-то? Дальше Стрэндж варпить будет. Здесь уже пилоны должны заранее ставиться, как бы для врыва просто, и все. Ну, сюда уже варпить можно спокойно. Здесь фотонка добавляется. Пока она достроится... А, Стрэндж из зелка еще варпанет. Стрэндж говорит, не надо сюда мне тут фотонок.
Вот пробку-то можно было и убить бы, на самом деле, Стрэнджу. Ну что, 15-24. Ну, Стрэндж вот... Стрэндж тоже ошибается сейчас, каким образом. Он не давит оппонента. Здесь нужно получать... у тебя преимущество есть. Посмотрите, у тебя варп, у оппонента даже нету. У тебя даже... ну, там только заказан был, в общем-то. И есть возможность давить с трех гейтов. Здесь сразу надо ставить пилон. Что здесь есть-то? Здесь потомка, два сталкера мазерков. Все, уверчаш один вымя не убил со второго врыва. И здесь экономика-то у Стрэнджа. Хотя, не, смотрите, уже почти нагнал уже. За счет золота и... Не, ну не больше, но почти столько же. Прокси с торги здесь пошел. У Энигмы 4 гейта, стар гейт. Ну, чтобы Стрэнджу повредить по жизни, чтобы ухудшить, можно сюда варпануть просто 3 сталкера. Убить зелка, убить пилоны, например, все гейты отключить. В итоге у Стрэнджа пулмейн это работает старого. Ну тут, конечно, Энигма мог бы, вот если бы Энигма не выпустил Стрэнджа работать, ну хотя как он не выпустил бы, здесь он, есть такая тема, ее надо убивать было потомкой, он просто не успевал этого сделать. Обнаруживает Стрэндж Старгейт на халяву, посмотрите. Энигма идет вперед, Энигма идет отдаваться. Просто красавец, пришел и отдался. Ну это 2-0 скорее всего, ребята. Такие ошибки не прощаются в таких ПВП. В каких таких ПВП, скажете вы? Ты ничего не понимаешь, ты говно, ты бич. Вот. В таких ПВП на слабой экономике. Вот в каких ПВП, скажу я вам. Вот. Чё-то я сегодня леплю бодренько. Вот. Старгейт отменяются. И все, печаль. Роба добавляется. Стрэндж тоже роба. Стрэндж с призмой пушить собирает. 51-40 по лимиту. Энигма тут сходит на лоу-граунде сейчас спокойно. Ну вот здесь не добил Энигма. Ошибка большая очень, ничего. Какие-то тут странные действия. Отдача постоянная. Ему просто нужно было... Не надо старгейты. Просто с мейна тут робу построить. Пару с имами выход сделать и все. Например. Так, адепты зашли. Энигма выставил 2 филда. Всю энергию, что у Сентри было, короче, потратил. Стрэндж лифт на мейн сделал, смотрите. Энигма с пробками пытается отбиться. Стрэнджа слишком много здесь. Еще и контроль начинается замечательно. Еще и сталкерами можно мазеркор сейчас отфокусить будет. Контроль, конечно, у Стрэнджа царский сейчас был. ГГЛ Стрэнджу. Энигма. Ну а мы ждем, как я понял, у револьверчика какие-то проблемы с батлнетом. И он не может пока зайти, что ли, там, или что там происходит вообще.
Все еще молния сверкает. Короче, ребят, пытаюсь выяснить, что там. Ну что, ребят, ждем 10 минут револьвера. Если он не приходит, то попадает в лузера, я так понимаю. Ну вот он как бы сказал, что сегодня может сыграть. Ну а теперь ему что-то там батлнет не зайти, или я вообще не знаю, что происходит. К сожалению, я очень не хотел бы посмотреть эти все игры, но... Что-то ни хрена. Так. Ну что, ребят, не знаю я, короче, что там как. Почему у Левалера такая хрень, надо, может, написать его.
Да, историю Старкрафта ты можешь почитать в описании канала моего. Вот. Перед кампанией она есть, краткое даже изложение. Короче, ребят, револьвер пока отсутствует. Почему-то не знаю почему. Ну почему? Почему не зайти в Battle.net? Что там случилось? Я без понятия вообще. Будет, конечно, печально, если в итоге он не сможет подключиться. Секундочку. Жесткая какая-то гроза. Ну, походу, стороной прошла немножечко. Да, Альми подстригся. Книги почитать. Ну, можно и книги почитать про StarCraft, да. Короче, что-то походу револьвер не идет нифига. Ну, плеванул дождик. SMX Европа, это кто вообще, я чуть не понимаю.
Так, ребят, сейчас, секундочку. В общем, ребят, револьвер не отвечает. Короче, вообще револьвер даже не отвечает сейчас, ну как бы просто куда-то он про, ну, а это крендель, короче, куда-то он прогорел, в общем-то, и все как обычно, но я не знаю, чтобы с револьвером было без приключений все, но это, ну, это было бы странно даже. В общем-то, суть в чем? В том, что, конечно, там какие-то проблемы со здоровьем. Я ему желаю здоровья, все дела. Но он же сам сказал, что сегодня может. То есть, если будет кто-то говорить, что мы что-то там виноваты. Нет, Рева сам дал добро. Вот. И, к сожалению, куда-то гасанулся сам. Короче, вот, сейчас почеркает карту, пацаны, ждем. Сейчас я посмотрю, что, ну, гроза вроде шла, затухла, а тут сзади новая идет, еще более жесткая. Прям там бомбануло. В резиновых сапогах, походу, опять домой пойду. Спасибо, Альми. Я же во всех приветствую. Так. Прибежал Чарли. Кто ты прибежал? Вот. Хвостатый. Так. Погнал. Ну все, сейчас почеркают карты. Спасибо, пацаны. Вот, хотел я сказать, что помните, что турнир данный нужно поддерживать материально. Вот за это вам всем благодарность я сразу же выражаю, естественно. Вот. Ну и мой канал, естественно, поддерживайте. Отблоки отключайте, премиумы, вот, подписывайтесь, ну и по через плеер, либо напрямую по реквизитам. К сожалению, вместо 5 игр сегодня мы 3 всего по ходу посмотрим, потому что я уже сомневаюсь, что револьвер даже к лузерам придет, видимо, он просто забил, короче, и все, вот. А очень жаль, ведь многие пришли. Многие пришли посмотреть именно его сюда, как он сыграет, покажет скелет конкретный. Так, крендель здесь. И заро зову. Архи зову.
Да мне уж самому задолбало, вот и постригся я наконец-таки. Я стримлю из дома, где мама моя живет. Вот. А живу я с семьей теперь в другом доме. Соответственно, и... Ну как бы здесь иногда остаюсь. Харька Чалик за тезки. Чалик бы мне, кажется, подружился с Харьком, у него энергии тоже хоть отбавляй. Жестко бомбит. Ну все, Пизаро против Стрэнджа бьется у нас. Без револьвера. То есть получается проигравшему, если револьвер сейчас не придет за время этого Бутри, проигравшему нужно будет сыграть просто с Энигмой и все. За выход. Ну вот так вот. Может быть и мы поспешили, Изард говорит. Да, может быть поспешили с этой группой. Но черт побери, Ревчик же дал добро сам. Блин, не стопать же, ведь остальные три игрока не виноваты, что он не пришел, правильно? Я даже что-то немножечко взгрустнул без Ревчика турнир. Нет, он будет все равно интересным. Но с Ревчиком было бы интереснее посмотреть на него игры. Но у него там какие-то проблемы со здоровьем, Илюха говорил. Я так и не понял, короче, что у него там случилось, что у него там болит, значит, в больницу надо там. Вот. Здорово, Гекс. Да, нормальная гроза сегодня. Кстати, как вот реально вот мне кто-то говорил, еще Гесмить его там пнул. Не так что-то там показываю. Реально, в какой, ну, вижу, в какой день гроза. Вот был вообще давно уже, чуть ли не неделю назад гроза сегодня, и в натуре сегодня гроза. Вот. Ну и все, у нас сегодня 24-25, последний день, с завтрашнего дня 20-ка начинается, все уже осень пошла практически. Вот. Да нет, на ходу уже составы не меняются. Автограф. Нет, нельзя мне взять. Но 11 сентября я, скорее всего, буду в Баркрафте в Москве, ребята. Поэтому, кто хочет, кто вот спрашивал, приходите. Потому что 8 числа мы, ну, я поеду смотреть авиацию с Илюхой. Будем в Кубинке мы отдыхать. И наблюдать, лицезреть все, а потом, ну, клубачок тогда что. Раз давно я обещал заехать, как бы заеду. Ну что ты, Шерстиган, бегаешь-то? Видишь, там гроза какая. Сейчас бы там на улице забоялся бы сам. Кто меня подкусает? Полетел куда-то. О! Неплохо, неплохо. Прямо над нами, да, она и проходит. Так, ну что, здесь линги бегают, кажется, Пизаро собрался что-то тут передропнуть к Стрэнджу. Старгейт спалил, здесь Феникс. Стенка у Стрэнджа крайне странная какая-то вообще тут. Нагромождение, просто рандомное здание. На ходу он ее сочинял по ходу дела, ребят. Я извиняюсь, но бомбить что-то все несерьезно. Так, насчет, кстати, ставочек. Я не знаю, на Кибете я писал сегодня, но успели там впилить или нет.
Да, пилят понемножечку ставочки, ребят. Вот. Сейчас уже посерьезнее, так я скажу, а тут сначала пуклет какой-то был там. Еще мы. Оружие тоже сильное будет. Так, ну что, Стрэндж тремя фениксами тут прилетает, собирает подхорочку. 4 королевы, уже спорки есть, 10 плюс дронов строится. Ну пока более-менее зерк все делает нормально. Первая карта Strange Enigma какая была. Ну, вторая тонющая. Вот эта вот карта была, Храм во льдах. Вторая Геттисберг. Так. Так. Конечно, элегантная стрижка. Меня не хорек, ты только что моего хорька видел. Для хорька жирноват на 12 килограмм. Чарлик мой. Хотя он как хорек тоже. Короче, ребят, смотрим игру. У него такая дама, у кого у Рева дама. Я не сомневаюсь, что там дама, всем дамам дама. Но я как бы не знаю, что там что, где и как. И почему Рева нет. Ну что, приходит Стрэндж, пошатал третью, пошатал вторую. Адептов зергу не остановить. Зерг странный какой-то бил в гидру сразу играет. Сейчас адепты еще и гидру все тут повалят просто. Так, ну фениксы прилетают, королев... Да королев надо поднимать, а адептами лингов гидру убивать. Ну, Стрэндж, я думаю, сам прекрасно все понимает здесь. Гидра резко фукусит, чтобы дэмэджа поменьше получать. Телепортируется адепт на третью базу. Крайне дэмэджа на они все, но в итоге отбивает кишенигму. Ну, посмотрите, что здесь творится на лимиты, посмотрите на количество рабов. Отгроз пока у меня не падал, но если молния куда-то рядом ударяет, то он может как бы обрубиться, например, что-нибудь как бы. Ну такое тоже крайне редко бывало, один раз я вообще припоминаю такое. Ну что, Пизаро против Стрэнджа, у Стрэнджа Иммортал, у Стрэнджа Чарш, у Стрэнджа плюс один готов, здесь коготь готов, но... Тут адепты слишком много дэмэджа, по-моему, вначале нанесли, и как-то тяжело что-либо сделать. А это что такое за приз такой интересный? Снова из какой-то там. Понятно. Я так понимаю, его не играет из-за каких еще проблем со здоровьем. Бомбанулся, не пердак, что ли? Вот. Не знаю. По какой-то причине. Ну тут вы видите, что Стрэндж просто, ну вот он... Как бы вроде ничего и не происходит особого, Стрэндж просто стандарт играет, ну на голову сильнее играет, чем Пизаро. Здесь такой микс, который уже даже без даварпа вот сюда, если придет, его крайне сложно будет отбить зергу. Привет, шайба.
черепом все в порядке. Ну-ка, бок лево-вправо. Ты что, меня там на это, на рискость решил, что ли, не понял, затестись? Не надо мне тут, не надо мне тут такое. Все там правильно. Давай, еще архончику 170-95 дожимать, Стрэндж. Сейчас будет вторая атака, есть там. Оракулы для ревелейшена строятся. Заходит зелок, 10-5 люркеров морфится. Ну вот они готовы, кстати. Ну а обсервер у Стрэнджа есть, он сплитит просто юнитов. Немножечко здесь фронтом нормальным ставит и разбирает хлам просто. Даже мне захотелось, смотреть, какие потери были. Ну вот, видите, 10-300 на 3-500, то есть практически троекратное преимущество. Это говорит о том, что шансов у Зерга маловато здесь было. Король Сиджонг, вторая карта у нас. Вот она, король Сиджонг. Теперь вполне удобно стало. Хочу закрыть вот это только, откуда есть вот такое. Так. Так, поехали, все готовы, вторая игра. Так, привет всем еще раз. Как револьвер, что ответил? Ничего револьвер не ответил. Он просто ни Изарду, ни мне ничего не отвечает. Как бы у него проблемы со сходом Battle.net какие-то были. Я не знаю, что случилось, короче. Фантомер 2, американскую историю X, ну, ты даешь. Ну, фильм интересный, прикольный. Так, ребят, давайте смотреть. Ну, жаль, конечно, что Рива нет, но я еще раз повторяю, как бы, знали бы мы, если что, так произойдет, как бы, Рива дал добро. Если бы мы знали, что так произойдет, все Изарты, конечно же, мы бы перенесли все, потому что, в первую очередь, зрители не должны страдать и видеть великолепный скилл Ревчика, великолепный скилл пацанов остальных, вот, но... Рева дал добро, а сейчас пропал. Вот. Ну и другие три человека не должны страдать, как бы, ну то есть что? Все отменять теперь, что ли? Нет, конечно, не будет никто отменять. Гид, кибернеточка, пилончик будет еще. Так что, ребят, извиняйте, ну... Помните, что в любом случае и турниры, и мой канал поддерживать надо. Напоминаю еще раз. Привет, RGA, привет всем. Ну,
Ну что, посмотрим на Сижонги, что Стрэндж Адептиком вперед идет. Проверяет третью Стрэндж, третья отсутствует пока. Здесь, ну, что-то линги бегают, разведывают. Тут только что дрон сейчас выходил третью ставить, но придется повременить. Так, дронами пытается адепта помочь сбрить. Помочь-то помогал, да не сбрил по итогу. И с дронами вместе даже. Королева добьет, королева добивает на второй базе. Нужно криптумор здесь ставить, вот этой королевы, и идти третью хату пилить. Ну, вообще-то Пизаро его сбил Стрэндж немножечко, и он теперь вообще ничего не делает такого. Здесь у Стрэнджа стенка продублированная, интересная. Спереди пилон, сзади гейты. Вот здесь вот проходит, получается, где могут как раз зелок все блочить. Вот он, собственно, и стоит блочить. А вот собаки, а вот зелок. Зелок даже, ну, настолько нагл, что даже спиной к ним встал. Я, говорит, вам пукну всем в лицо. А потом еще и порежу. Вот такой развернулся. Все-таки... Все-таки спиной нельзя собак побить. Так, пилончик фаржа еще тут у нас. 43-36 по рабану. Стрэндж стабильно развивается сейчас, в общем-то. Конкрет закон для землю и мув зергом. Лингами с грейдами. Например, если иммортлы голые, как бы вот, пожалуйста, тебе. Линга гидрой. Линга рейвенджерами. Много чем можно как бы законтрить. Тем, по кому у них бонуса нету, и кто их хорошо убивает. Вот Immortal с другими юнитами уже, да, там Immortal Архона, Зелки, с Энтри, со Штормом, там тяжеловато, да, но можно все контрить. Так, есть Стрэндж, посмотрите. А, это прессинг, Реваджера, Роучи, Линги. Попытался здесь подрезать Мазерфор у нас, Пизеро, Мазерфор не подрезал, приходит. Еще прессинг не начался, Стрэндж уже, по-моему, отбился здесь практически. Что-то бегает за вперед Пизеро, поломился вперед. Два оверчажа Стрэндж выставляет. ГГ пишет Пизеро. Ну, это изи тут очевидно, да, как бы, если бы был бы ревчик. Ну, не, может, Пизеро в ЗВЗ, конечно, он может играть, но и ревчик бы был с ним абсолютным бы фаворитом, естественно, ну... Ревчика нету. Так, а если с архонами? Ну, с архонами уже другой немножечко, конечно, разговор, но... Там надо миксы жулюра, линги, гидра, бейлинги, там, ну, такая вот все, вот этот, такой замес жесткий, движуха вот эта вот вся.
Все равно, конечно, тяжеловато, да, спора нет, но... Так, какой приз? Что за самолет? Так, ребят, ну карты Храм во льдах, Мороз и Галактический процесс. А, кубок за турнир. Да просто онлайн турнир, вот как вот турниры жмешь ты и играешь, судя по всему, такой. Ну что, так, Розен, Храм во льдах. Где он, Храм во льдах? Создаем. Ну что, ребята, решающий матч. Вот. Зову всех сюда. Ничего не поделаешь, к сожалению, но ревы нету, как и не было до этого. Поехали. Так, Энигма Пизера, да, будет играть. Насчет ставки не знаю, следите, успеют там дать или нет, я без понятия. Может быть и нет, ребят. Ну, у нас на два матча меньше сегодня, поэтому не обессудьте, ребят, закончим. Я думал, что к 11 нет, закончим, а закончим мы уже вот сейчас фактически. Через некоторое время, как Энигма сыграет с Пизаро. Ну, посмотрим, кто здесь, кто. Кто что может, кто не может, ничего. Практически ничего. Так, я не знаю, может что-нибудь имеет смысл что-нибудь другое постримить. Порестримить Корсар Кап, может, не имеет смысл, я не знаю даже. Там одни ЗВЗ могут быть в перспективе. Ну посмотрим, как этот матч кончится. Или домой пойти, может, нет.
наши зомби напали. Ладно, давай, завязывай. Прическа хорошая. Два дрончика едут. На третью базу переводятся сейчас. Начинается добыча. Правильно, я благодарю, что если разница между игроками больше 500 ММР, то шанс выиграть игрока с меньшим ММР 1 из 100. Бред полный, конечно. Не знаю, я... У меня 5500, но как бы 6 я шатал ММР уже. Вот, ну, просто, конечно, ММР больше должен быть, если я буду играть, естественно. Но если... Вот реальные, как бы, 500 разница, да, там, то есть это пределы обоих игроков, то не один из 100. Я думаю, ну, одну из 10 карту, то, ну, изи будет брать тот игрок. То есть один из 10, а может быть даже и меньше. Ну что, давайте игру смотреть. Да, я вижу, да, что кубок рядом, я понимаю, про что речь. Вот он, этот кубок. Что раньше с грибком было, как бы, кубки, а сейчас, видишь, уже, видимо... В связи с дополнением с этим друга и по виду стали. Ну что, Энигма пытается здесь... Что у нас? Пытается Никсус заказать. Заказывает третий Никсус. Пизару побегал, тут побегал, ничего не заметил, уходит. И здесь уже скорость таки адептом почти готова. И три грейда. Три гейта, в смысле, не три грейда. Два на два постримить. Ну да, можно 2 на 2 было бы сыграть. Да не, я, наверное, домой, скорее всего, пойду. Время позднее, мне завтра с дочкой надо будет сидеть. Кстати, ребят, завтра, возможно, стрима не будет. Мне с Машей надо сидеть, как бы, но... Если мама моя сможет приехать попозже, я, может быть, успею к этому, к лайфенгу, как бы, к часу где-то, да? Ну, до часа точно не ждите меня. Ну что, тут что-то спорка стоит невкопанная у Зерга на второй базе. Здесь плетка, спорка есть. Адептики пытаются зайти. Здесь спорка блочит просто вот этот минерал. Ну как блочит, его криво таскают из этого. Копалось так, чтобы не пройти было спорку вообще. Здесь роучи линги принимают адептов. Энигма как-то здесь наотдавался, по-моему. А, это блокирующая спорка. Ну ясно, вот она такая. Оп. Я стою, а вот я вкопалась уже типа. Прическа лучшая вообще прическа. Правда, я в парикмахерских давно не был. Удивлен, сколько за стрижку берут такую сейчас. Ну, пофиг, не жалко, как бы. На машинку брать. Так, 4 гейта Энигма добавляет. Вот здесь пилон обязательно надо ставить. Ну что вот эти 4 гейта? Здесь пробежать можно. Надо полную стенку делать, чтобы вот так вот зерка бегал. Что вот пилончик весь пошел. Но Энигма хотел, да, его поставить. А, каждый сезон новый кубок. Ну вот видишь, каждый сезон новый кубок. Вот мы все и выяснили. Блинк плюс один сейчас будет готово. О геймерах, которые играют на ладере ежедневно, ну не знаю, то есть как бы это тоже не показатель. Ну понятно, что 6500 ММР сильнее, чем 6, но
кто там 6500? 6500 это топовые самые, там и лазеры, и нерчи, все вот эти, да? Но есть челы, вот если присмотреться на ладере, я уверен, кто ниже как бы 6 тоже может выиграть. Так, нет, с Машей стримить я не могу, потому что ее быстро утомит это все дело, и как бы это получится не очень стрим, потому что мне, естественно, с ней надо будет быть. Вот. Если ее утомит, что она тут будет делать вообще? Стрим-то продолжать надо будет. Так! Ну, тем более, играть я не смогу. А до часа там ничего другого и нету, собственно. Заходят сталкеры. Заходят адепты. Да и рано они за компом еще сидеть много. Здесь контр-рыб, смотрите, со стороны зерга идет. И вот посмотрите, какой минус строительства гейтов. Вот так вот. Это такой провал, ребята. Это минус 7 гейтов пропсу. 7, Карл, минус гейтов, блин. Как они все они все очень печально себя чувствуют. Здесь пытается Энигма фотонок наставить. Нет, не надо ему здесь никаких фотонок наставлять. Ему надо просто в лоб идти зерга добивать, наконец-таки. И пытаться где-то некую самому остроить. Спорки падают, падают. Даня, Руч, Ворона и т.д. Прирост выходит, отдается. Зерг сам пытается зашатать. Здесь пару фотонок все-таки сверху Энигма успевает наставить. Верчаш успевает тоже наставить, но... Увертяж что, Лингов поубивает, Увертяж, а что он еще сможет поубивать? Да ничего особо и не сможет. Так, здесь зерк ныкает хартовый не, кстати, противоположных просто углов, как по линейке оставит. Прикол, блин. Так, Энигма здесь добивает. 67, кстати, у Энигмы лимита боевого не меньше. И чего, мейн не надо добивать? Конечно, надо заходить на мейн сейчас. Оверов этих надо, все здесь надо везде добивать. Сейчас Энигма понимает, что овера это сладенькая очень такая добыча. Оверов падают. Просто смотрите, как моментально сталкеры их крушат. Но даже саплай-блок уже не сделался после потери всех этих оверов. Ну вот на мейне еще 4 висит и 2 рядом тут тоже стоят. После их потери уже будет печально. Обсервер залетает. Он может под спорку попасть сейчас и просто погибнуть. Ну вроде как не попадает и не гибнет. Здесь зерк находит. Где же Нексус у Энигмы? Ну да, ну что вот это такое, блин? Ну лунтик схема это я называю. Почему? Ну... У тебя есть пробки, у тебя есть армия. Поставь ты Нексус где-нибудь вот здесь, рядом с армией со своей, тебе его не убьют никак. Все, одна пробка осталась, ноль пробок осталось. И толку от этого Нексуса, это уже почти автопоражение, ребята. Почему? Потому что теперь зергу не надо в лоб драться. Ему просто надо рассчитывать на вот раскачку этой хаты просто и все. А Протс придется вынужден, он будет стоять вот здесь, так как эти здания он, ну, обязан прикрывать сейчас. Был бы Мазеркор, еще ладно. Ну, Энигма в лоб выиграет, это очевидно. У него лучший элемент здесь боевой, как бы. Здесь, да, реводжеры, конечно, есть, но что они сделают-то, эти реводжеры? Идет зерк вниз. Ему драться вообще ни в коем случае не надо. Смотрите, сколько у него 600. Ему надо сразу еще бас просто ставить, и все. Если он подерется, это будет ошибка с его стороны вообще жестко. Так, Энигма видит, где здесь реводжеры ходят. Агрессивный блинк сразу в них делает. Фаербулы пошли, от фаербулов сплетануться успевает. Ну зачем зерк так пошел? Сейчас еще один агрессивный блинк сталкерами просто в реводжеров этих и все. Линги упали, реводжеры упали, громит Энигма все и выигрывает. Хотя он должен здесь проигрывать. Просто неправильное действие Азерка. Все, что ему нужно было, не принимать бой, бегать и под угрозой элиминейта ставить базы просто и все. Ну, я думаю, он посмотрит это и стрим посмотрит, и как бы... Ну, стрим, может, не будет смотреть, но демку-то он посмотрит потом. Мороз, вторая карта. Создаем.
Ну что? Поехали. Спасибо, Барлок. Так, что тут у меня не то. Ну что, игра началась, теперь голова хоть дышит, ё-моё. Почему лунтик схема? Потому что лунтик схема, блин. Тут уж ничего не поделаешь. Селадская хата, газ. Сейчас пул будет. Энигма пришел на разведку, все спалил. Так, ну что, пилончик ставит у нас Энигма здесь. За мейном стеночка на второй пилон, гейт, кибернет. Погодите, а где проход-то у него вообще? А он между кибернеткой и здесь? Или... Ну да, пилон вплотную ставит. Видимо, вот здесь проход. Или это полный блок, я еще понять не могу. Ну ладно, сейчас увидим. Или между пилоном проход. Да нет, пилон тоже вплотную вроде к стенке стоит. Так, да, вот проход все-таки между кибернеточкой. Так, обманул Энигма, по-другому дрону сейчас ударил, ну на мэне еще дрона подрезал и погиб сразу адепт. Баркас лол. И раньше вроде позитивный был. Достаточно таки.
Опа, пробегает деньги, Энигма пробками сразу среагировал. Так, ну одну подбрил здесь, в общем-то. Пизару забегает на мейн, палец таргит здесь, естественно. Овера пытается увести, но овер уже никуда не денется. Я думаю, дроны строятся сейчас. Лейеры, дрончики делаются. Плюс 2 гейта будет 3, здесь просто 3 тенецу собирается ставить. Будет ставить? Да, должен поставить. Здесь и 2 королевы, и спорка, и все тут есть вообще. Так, Twilight Forget сейчас тут, в общем-то, стоит. Ставится. 2 оракула Энигмы ими пытается нахарасить. Ну, тут спорки везде, в общем-то, есть. На третьей только 3 королевы. Ну, 2 оракулами можно везде найти, где еще подрезать. Залетает Энигма на королеву. Я даже не знаю, что сейчас лучше, под споркой или перед 3 королевами атаковать. Королев 8 рейндж. Адептики от Энигмы вперед двигаются. Проходит он ко второй базе. Оракулы плюс адепт принимают бой. Королевы где-то там запоздали. Вот еще 2 королевы. Надо ораклов фукусить. Оракулов как-то фокусит. Изару так себе. Я смотрю, опять гидра же выходит сейчас. Гидралиска уничтожает здесь. Оракулы плюс адепты что-то вообще тут громят зерга. Посмотрите, что творится. Все адепты прям на мейне у зерга стоят, а потери не меняются фактически. Вот, наконец-то просто начал терять юнитов. И еле-еле отбивается зерг сейчас. Потери все еще для него печальные. Здесь уже чарж почти готов, плюс гиты добавляются. Гитов много добавляется. Сейчас 3 и 3, а так сейчас 6, плюс еще. Ну, ты всегда я говорил, ну не ставьте вы их столько. Ну вот же пилоны есть. Наставь ты здесь гитов. Вон на третью придет, здесь убьют третью, и все гиты еще погибнут. Сейчас вот еще плюс 2 штучки откроются. Робо здесь, пилонов еще. Нафига все это на третий впиливать, блин? Перебор же это на третий. Ну ладно. Смугу накажут рано или поздно. Какие-нибудь люра придет там, ну, вот, копает еще что-нибудь. Белки на чарже. Сталкер убивают камни здесь на второй базе. Можно ревелейшнов покидать. Ну, зерга Беллингнест коготь, одна оранжевая атака есть, гидролинга Беллинги здесь, соответственно. Бейнам надо сразу мув просто заказывать, и все. Так, одного оракула зерг минуснул, будет дальше, что ли, идти. Дальше ему там делать нечего. Бейнам мув сразу же заказал, молодец, линга-то на ксилнаге оставь одного, что тормозит-то? Не понял, Пизаро. Четвертую хатку доделал, молодец. Плюс еще Беллинги, пошли у Нигма Шторм. У Нигма Шторм решение верное, я считаю. Ну где пси-штормовик хоть один, я вообще не вижу. Они где-то есть 3, вот они сзади где-то ходят. Так, никто ж не лагал сейчас, я чуть не обратил внимания.
По-моему, никто и не лагал. Так, сливают еще пару архонов, плюс 4 штурмовичка есть здесь. Стазисная ловушка, там линга в блоке, смотрю, неплохо. Будет вообще зерк нападать или кто-нибудь будет нападать? Пока никто не собирается нападать. Ну, ради трех лингов стоять здесь 200 лимитом своим всем вот эти, ну, не 200, 175, понятно. Вот ревелейшн есть, теперь можно на беллингов спокойно, в общем-то, штормить их идти. Надо архонов, сталкеров и морклов вперед вести зилку где-то сзади, пытаться проштормить и грамотно, методично наламываться в итоге. Штурмовичка можно походить, энергию покопить немножечко. Вот Энигма очень опасно стоит. Вот, на крипе, если вот так вот заходить такой кучей, то шторм вообще может не помочь. Почему? Потому что здесь беллинги имеют колоссальную скорость. Просто 5-37. Это очень серьезно. Так, там призма какая-то убита была, по-моему. Ну, пока не решаются драться, тут Пизеро идет вперед, Энигма штормит, штормы хорошие очень пошли, но зелки все падают, но здесь все равно, посмотрите, вот кто-то говорит, там шторм, все работает на самом деле, понятно, что зерк здесь, конечно, мягко говоря, не показатель контроля здесь был зерк вот в данном эпизоде, но тем не менее, это не значит, что шторм не работает там с более крутым зерком. Все может сработать, но зелков все равно надо подконтраливать, сейчас они отдались. Зачем-то Энигма вместо того, чтобы поставить пси-штормовиков, подкопить шторма, он сливает архонов. И зерк сейчас контрпушим, еще сейчас давайте пробреет. Все возможно, почему бы и нет. Правда, просто с третьей атака будет по грейдам уже будет замечательно все. Так, а, уж три люркера первых пошло. Ну что, три люркера это жестко. Так, к стриму переподключаться. Ну, к стриму это на ГГ какая-то хрень происходит. Я не знаю, что это за проблема. Стрим иногда стопается сам по себе, но у меня такое было. Так, идет Энигма вперед, принимает бой с ним за зерк сейчас. Зерга много и сама собой за счет прироста подхода позиция очень грамотно, в общем-то, занялась у зерга. Но люркеров надо ближе немножечко подводить. Еще архонов Энигма сливает. Идет вперед Пизеро, копает люру. Где обсервер вообще, я его не наблюдаю. А, возможно, фокуснул, кстати говоря, даже зерг просто опса. Так, что-то тут, кстати, давит Пизеро. Вот, посмотрите, кто еще мигрил на третьем миксе. Все на третьем миксе. Только зашел зерк, сразу катастрофа. Пилоны падают, гейты падают. Все падает вообще в мясо, блин. И ничего не сделать. Ну а были бы гейты где-то здесь, на мейне, там, я не знаю. Они бы вообще бы не страдали бы. Короче, Энигма здесь криво все делал, честно говоря. Сначала даже с посредством, мягко говоря, контролем со штормом здесь все пробил, потом пошел отдался. Не надо было идти никуда. Надо было обновить шторм, просто посидеть и убить потом зерга все. Добивает Пизера здесь. Так, Энигма идет, смотрите-ка, Энигма пошел серьезно прямо вперед, подкопил иммортлов, архончиков, говорит, нет, так просто здесь. Давайте не будем ставить точку, но добавь же ты шторма к этому миксу. Вот сюда штормовичков, несколько штук.
Есть же газ, ну почему не добавить-то? Ё-моё, блин. Чего стоять? Надо добивать, пока вот этот микс есть. Все, нужно пытаться что-то сделать. Шторм они... погодите. Архивы темпларов на третьей базе. Все ясно. По скиллухе, короче. Ну понятно. Так, идет Энигма вперед, Эмортлы, зелки, Архуны. Все шторм... Так, отдаются зелки, и все, гидры много над Лерой танкуют хорошо. Вылез Энигма вперед, и Зерк начинает его ломать, просто ломает призму. Грейды-то какие хорошие, да, у Энигмы еще. 3-1 грейды, здесь просто одна атака на землю, точнее, на коготь, одна рейнджовая, все. Так, идет вперед Энигма. Два Архуна сзади доморфились, но они там тупо где-то сзади не могут прийти. Здесь флешем от Люры получает дэмэджа много всеми юнитами. ГГ 1-1, третья карта нам нужна будет сейчас. Ну что же, посмотрим. Так, а что у нас третья была? Галактический процесс. Вот он, галактический процесс, создаю я. Так, что-то медоед не заходит. Чего он не заходит-то? Так, Пизера готов. Все, все готовы. Поехали. Один, ребят, один. Решающая игра. Не так просто Энигме оказалось выйти здесь. И Зерк вообще не согласен. Он, может быть, сам хочет выйти очень сильно. Ликвидатор, привет. Ревы больше не будет. Ну, сегодня, я надеюсь, только... В принципе, я надеюсь, что он будет, потому что как-то без Рева-то скучно уже. Соскучились мы. Ну да, какой-то плей-офф интересный получается. Поми с Поми и Поми со Стрэнджем. То есть, если Стрэнджа не прокачу, то сам-то с собой договорюсь. Там буду с победителем Экзе и Асмодея и Мена отобиться. Это что это вообще за турнир такой?
Лайс братком будет биться. А, это и есть турнир. Так, ребят, помните, что нужно поддерживать данный турнир. Вы можете его материально поддержать в ссылочке на главный, которая находится. Ну и мой канал не забывайте тоже. Отблоки отключать по возможности. На премиум подписываться, стримы из игры, качество всегда высочайшее, как бы. Вот, а стримов из игры много. Starline то уж 100% как бы из игры. Вот. Ну и там по реквизитам на первом видео через плеер поддерживать. Здорово, Миш. Рад тебя видеть. Мы уже скоро и в Москве, надеюсь, увидимся. Я говорю, потом со Стрэнджем. Надо было мошнить 4 слота на себя чисто вот в одной части сетки, чтобы до финала точно доходить. Вот, ну вот там не идет. Ждите, в общем-то. Так, Старгейт в этот раз у Энигмы. Здесь третья хаточка, линги есть, строится оракул. Готов ли зерг будет? Да, залетает очень вовремя, Пизаро. Спалил Старгейт. Ну просто спорки надо заказать ему сейчас прямо только, единственное, потому что оракул быстро летает. Вот, ну он спорки упорно не ставит, почему? Королевами надеется отвиться. Вот, пошли спорки, увидел, что оракул. Если был Феникс первый, то можно со спорками было бы не спешить, чуть позже их заказать бы, да, как бы. Феникс один, пока он овера собит, потом второй выйдет, пока третий, как бы там, что поднимать, чем поднимать уже будет рабочих, а так как-то, ну... Оракул Ревелейшн киданул сейчас. Привет, Живчик, привет всем. Джеди Мастер Тиран. Что такое пуканы, я думаю, тебе в чатике объяснят достаточно просто. Все, готов третий Нексус, гиты открываю. А, здесь продублировал стенку еще Энигму. Да проще пилон на этих камнях построить, отогнать, по-моему. ЗТБР, привет всем, привет, ребят. Короче, смотрим мы Энигму против Пизаро за выход из группы. Твайлайт, Форжа тут на мейне. Много чего строится. Третий Некс сейчас будет чем подконтролить. С оракулами тут отделать нечего. Уже Энигма жгет лингов сейчас. Так, прилетел оракулом, и я чуть одного не отдал. Отдал же сейчас на повороте. Нет, успел улететь, королева не стрельнули все-таки. Энигма наконец-то сбил овера. Чаш плюс один заказан. Руба собирался, мне показалось, два поставить, но в итоге один руба поставил только. Нафига стазисную ловушку перед камнями ставить, я не знаю, но... Ну, она заблочила несколько лингов, а смысл был в этом. Ну, оракулы пожгли еще, но энергии нет на ревелейшн, на рабов тоже нечем особо жечь. Здесь раскачка третьего Никса идет. А, ну это руба, видимо, это чаш плюс архуны от Энигмы будут, скорее всего, я других вариантов здесь чуть не вижу. Ну, где архивы темпларов тогда? Вот они, наконец, пошли. Ну что, оракулы летают, оракулы пытаются контролить, ревелейшены идут сейчас.
Здесь какой-то выход. А, гидролинго-беллинге. Ну, кстати, Протус вообще этот выход не видит. Он пытается выйти шторм, ему сейчас, вот сейчас ему как раз таки архонов придется, судя по всему, насливать. Есть два роба, которые вообще сейчас не работают. Адепт куда-то вниз пошел, отдался. Ну что за косяков-то миллиард, а? Зилки с чаржем, адепты без скорости атаки. Гидра приходит вперед. Нужен ревел... Оверчаж нужен на пилон, оверчаж пошел. Здесь надо смещаться, вот здесь еще пилонов пару поставить. Значит, камни будут пробиты, и как будет отбиваться-то Энигма, я что-то понять не могу. Вообще Энигма ничего не контролит. Ну вот, вот камни же пробиваются. Да филды ставь куда-то, ушел-то, ё-моё, ушел куда-то. Ну что за бред Энигма делает, Энигмочка, что ж ты делаешь? Сейчас же тебя пробьют, 138 на 115 по лимиту. Пошли зелки вперед, архонов не слил, ничего не слил. Здесь линги отдельно как-то бьются, сливаются. Гвардиан Шилд неплохо помогал, но помогал, сейчас уже он не особо помогает. Выманивает сюда Энигму, уверчажи можно ставить, уверчажи не ставит вообще никуда. Сливает просто Мазеркор, и Мортла тоже сливает, но тут прирост хороший вышел. Можно, можно отогнать сейчас, все, пока живой, это хорошо, есть много газа, можно архонов пару добавить. Архоны вообще здесь застрахуют от пробития, застрахуют от пробития. Так, давар, 6 псиштурмяков, 3 архона можно слить, быстрее только нужно это делать, как можно быстрее. Так, заходит зерк, тут несколько зелков отрубил сейчас. У тебя люркер Дэн уже сейчас будет готов у зерга. Где филды-то будут? Так, пошло пару филдов, архоны спускаются, сразу с руки дает дэмэджа, он архон, один из архонов. Иммортал у Энигмы строится, чудом он как-то сдерживает прессинг от оппонента. По рабам не отстает пока, но здесь уже люркеров запилено 4 штуки. Если Энигма даст вот сюда подойти люрую, это будет катастрофа для него, конечно. Вот. Но если пока будет держаться, то шансы еще есть. Почему? Иммортал архоны, микс сильный очень даже. Так, забегает гидролинги. Начинает шатать вторую, так, рампу на вторую. Пытается подрезать кибернеточку, зерк не подрезал, надо сразу новую заказывать. Вот видите, как он так продемеджили, не рассчитывайте на чудеса. Вот. Закажите новую сразу. Зелки сейчас убьют флэр, судя по всему. Или не убьют. Так, не похоже, что... Призму сбивает, за это лэр теряет. И спас бы лэр бы лучше, нахрен тебе призма была. Так, ну лэйр сбрил, ну а что толку? Ну вот новый пошел. Рабов у зерга 80, и дальше что? Есть выход на четвертый никс, и от Энигмы идет. Зерг бежит вперед, напрягать просто. Стенку здесь надо закрывать полностью, иначе будут разводки просто жесткие. Так, здесь люра приходит, гидра, люра копается. Очень растянуто здесь Энигма атакует. Надо, точнее не Энигма, конечно, Пизеру. И Энигма хороший лимит накопился. Пошла атака от Энигмы. Вроде как зилки идут, на сплэш не попадая. Архоны неплохим фронтом вперед пошли. Люра уничтожена. Зерк бежит, но часть гидралов уже не убежала. И Энигма резко по лимиту в плюсе. И посмотрите, как ровно продемеджились 4 архона. Это такой реген гигантский для Протса. Такая катастрофа для зерга. Да не лезь ты, пусть пацаны подрегенятся. Пацаны подстоять хотят, потрещать немножечко, блин. Поля восстановить, а ты их пере... Ну, хотя нет, все правильно, 16 муталисков. Надо гнать всех вперед. Надо идти убивать. Тут уже размен, кстати, намечается. Видите, тут просто переселение уже от зерга вовсю идет. Не, ну с таким миксом зерг вообще без шансов ему в лоб драться. Все абсолютно Пизера верно делает сейчас. Ему ни в коем случае нельзя здесь драться с просто. Так, мутка вылетает на муви. Ошибка, просто несколько муталисков. Минус 3 или 4 просто за секунду сдуло их. И знаете, в чем прикол? Против вот такой фигни зерговской мутки и нескольких гидралисков Протс может просто сейчас несколько зелков и 4 архона назад отвести, а остальными все стирать здесь просто. И это будет победа. Да уведи ты просто и все, ё-моё. У Энигмы ресурсов-то много прям скопилось. Опять вот пробок не понять куда повел. Ну...
ХПМ. Вот, и ХПМ. Зачем кибернетка? Там делай арху. Ну правильно, не нужна кибернетка, не будем ничего строить. Я думаю, даже архивы темпларов не нужны. Достаточно одних зелков варпить. Спасибо, шайба. Накручивай рекламу, это полезно. Так, ну мутка выбивается, здесь тоже все выбивается. 14 пробок всего Энигма спас. Вместо того, чтобы разделить армию на две части и идти убить блинзерговские армии, Кусман, Энигма что-то бред какой-то делает. Третью вообще не сбрил сейчас. Ну вот же база есть, ну что за тупеж-то идет вообще? Ну ужас какой-то, просто ужас. Так, Рот решил вперед пойти, что ли? Так, ну оставьте три архуна здесь на этой всем деле. И морклами пробивает здесь. Нексус запилил на золото. А, встал здесь на золото. Ну мутка-то разведет сталкеров, нет, как вот. Я не понимаю, о чем Энигма думает иногда вот, ну. Без рейнджовых юнитов невозможно мутку убить. А архуны это рейнджовый юнит с большой натяжкой, как бы. То есть они. Рейндж-то у них маленький. Их надо сейчас делить, просто было идти, как бы ломать зергов куда-то. Энигма не видит, где зерг живет. И здесь супер интрига в этой игре просто получается. Почему? Это не победа вообще для Протоса, нисколько. Не добивает, почему-то он ничего. Так, иллюзиями не летает. Пробки 3 всего тут прилетает мутка. Ну очевидно же, что вот армии, блин, во-первых, лимита было больше. Раба всего 2. Грейды хорош, архоны, которых просто не убить, но поделить их пополам. Ё-моё, мутка улетела. Так, зелки, архоны идут что-то тут проверять. Зелок заходит, опа, и хата прям рядом. А что здесь зерк делает? Ну тут 2-300 ресурсов, ребята. Ну что-нибудь приведи туда. Так, гидра наламывается. Гидра на муве, как же ужасно зерк здесь дерется. Гидру всю в хлам отдал просто. Только мутка остается. Ну, тут и муткой можно, на самом деле, разваливать. Мутку архонами Энигма прогоняет. Хата падает. Ну, вот, посмотрите, сколько ресурсов. Зерк не умеет вообще в размену вот играть. Видно, надо Физера, вот, если услышишь мои слова, учись играть в размен. Что это за ГГ? Это победа для зерга чистой воды. Даже вот этой мутки с таким лимитом было бы достаточно. Просто здесь начинаешь по кругу хаты ставить, все. У Протоса нет рабов, у Протоса крайне немобильная армия, это нужно разводить вообще. Ну что, ребят, к сожалению, Рева не пришел сегодня. Немножечко потеряли мы интересности в этой группе. Но будем сейчас, в общем-то, следующий отыгрывать и уже плей-оффу переходить, когда будет по датам удобно. Вот. Ну а я что? Я сделаю стоп-старт, ребят. Записи вы увидите всю это на ютубе данного турнира. Завтра я не обещаю, ну, то есть завтра я сказал, что с Машей буду сидеть уже. И, ну, максимально рано, когда я смогу начать, это 13.00 стрим, 13 либо 14 уже лайфенг постараюсь начать. Так что приходите, раньше не ждите. Ну а я с вами буду прощаться, закругляться. Увидимся, ребята, увидимся. Не хочу, что-то прямо даже не знаю, что делать. Надо стоп на стриме жать, но... Хочется больше StarCraft, ребят. Завтра увидим StarCraft. Всем пока за поддержку. Спасибо громадное.